Доброе утро, 1 апреля! У нас на часах 7:35 утра, я оставила Диану и доехала до океана. На океан спортсмены бегают, как классно! У нас уже очень тепло на самом деле. Люди ходят вот раздетые, в шортиках. Все отдыхают. Красота. Ой, я такая сейчас расстроенная, даже не представляете. На часах 8:58. Я только недавно приехала домой. Сегодня 1 апреля. И я на океан ездила. У мамы сегодня день рождения. Я ее поздравляла. Ой, так тяжело, ужас. Поздравляла с днем рождения. Океан показывала. И сейчас приехала домой и перезванивают родители. Кошмар. У брата он в Подмосковье там живет. И он приехал с работы, а у него дом сгорел. И расстроена я не из-за дома на самом деле. Расстроена из-за того, что сгорела собака. Это просто кошмар. Это была наша собака. Мы его брали с птичьего рынка, выхаживали его целиком и полностью. И когда уезжали в Америку, мы понимали, что мы едем на птичьих правах, и мы просто не могли его взять с собой, так как мы в семье все очень любим животных. Я забрал его брат. И это просто кошмар. Это просто кошмар вообще. И знаете, вот и дом, понятно, и дом целиком сгорел со всеми вещами, со всеми документами. Это просто ужас. Вот у него буквально вчера вечером жена с ребенком, они поехали к тете и остались у тети на ночь. И сегодня целый день они были у тети. Он с утра как бы поехал на работу, собака в доме осталась закрытой. И приехал сейчас с работы, а дома нет. Ну, естественно, собаку никто не выпустил. Это просто ужас. Это просто ужас. Вот такой вот веселый 1 апреля. Такой вот веселый у мамы день рождения. Это просто кошмар. Дома вещи, конечно, это все такое наживное по факту. А жизнь, она и есть жизнь. Ужас. Я люблю друг друга, а потом я люблю тебя. А где-то есть мы.
нас закат красивый. Стою на светофоре, красивый закат. Вообще класс. Наши растут рядом с домом. На мам. Не смогли мы с Адрианом долго дома сидеть и вышивать. И, в общем, мы прогулялись. Мы уже спускаемся, гуляли мы в магазине Бурлингтон. И мы просто отвлеклись, походили. Посмотрите, какое количество одежды. Это только женский отсек. Наверху детский, еще с той стороны такой же мужской. Но это вообще, конечно, гигантский магазин. Вот, и поехали мы за Дианой. Суббота, обед, и мы в бассейне. Мы в бассейне с утра убирались и решили ходить не в бассейн, в джакузи. В джакузи развлекаемся. Жаль, да, ты говорил? Нет, тебя жаль. Меня жаль, почему? Потому что... А что меня жалеть? Я просто с тобой всегда хочу жить. Со мной жить хочешь всегда? Ну, ты будешь со мной жить? Ты чего расстраиваешься? Ты со мной еще долго будешь жить? Да? А как долго? Я с тобой большим, и ты меня не будешь любить. Чуть я тебя любить-то не буду. Почему это? Ну, я стану как папа. И что, я тебя перестану любить, что ли? Угу. Почему? Ну, ты папу любишь. Конечно. А я думала, что ты меня любишь. Буду очень сильно тебя любить, не переживай. Я тебя всю жизнь... В общем, мы снова в школе. У нас понедельники начинаются со школы через раз. И сегодня мы в школе, потому что... А я сейчас покажу вам. Диана готовила. Диана готовила. Я готовила плакат для Дианы. Сейчас покажу вам. Ставлю фотографию. В общем, вон там вот у нас плакат целый. В общем, про Россию она будет рассказывать, как же у нее там в пакете я положила. Матрешку, еще какие-то вещи. С атрибутикой с нашей российской. И сейчас она еще будет петь песню про Калифорнию, или про что песня делает? Ага. Про Калифорнию? Ага. Мне кажется, вообще там про Нью-Йорк, про Калифорнию, вообще, про Америку в целом песня. Я приехала с утра послушать. Так, смотрим мы новую машину, Volvo, и, в общем, сейчас сделали тест-драйв, машина, конечно, очень крутая по всяким показателям интерьера и всего прочего, у нее очень крутой экран, у нее очень крутая система парковки, здесь тоже монитор, и в движении машина разочаровала полностью, у нас было 5 Volvo, и это в движении, конечно... Отвратительное, просто отвратительное. Итак, смотрим мы новый, не новый. Мы смотрим не новый, GLE. Здесь, значит, обычный экран. Здесь вот так вот. Ну, сейчас мы еще прокатимся и станет все ясно. Но первое впечатление, когда садишься, конечно, гораздо приятнее. Гораздо приятнее садиться. Мне нравится Мерседес больше, чем Volvo. Ну, не знаю, Ань. С этим, даже с паркингом,
Нету больше. Здесь тоже парктроники спереди есть, но, конечно, тут нету такой. Хотя есть, смотри, камера есть спереди тоже. Ну-ка. Она точно такая же, смотри, и здесь камеры. Точно такая же парковка будет, как и на Volvo. Просто, может быть, экран будет по-другому передавать. В общем, багажник большой. А сидений 5 получается, она не 7-местная. Там просто не было возможности поснимать. Здесь колесо R19 полноразмерное, да? Салон только то, что светлое, но это... В принципе, мы сейчас просто делаем, ну, как бы я смотрю, что ближе, что лучше мне. По вместительности сзади, конечно, место, ну, так же, наверное, место так же сзади. Единственное, что там сенсорные были воздуховоды, да, вот эти все штучки здесь. Немножко все древнее, но приятнее. Первое впечатление приятное. Впечатление от вождения. Впечатления приятные, машина мягкая, шумоизоляция классная. Ничего не жужжит, мотор не слышно, тупит. В самом начале тупит, но мне кажется, как и все Mercedes, они сразу не схватывают. Но, в общем, конечно, гораздо, гораздо интереснее. Посмотрели мы с Софией машины. И тут рядом японская косметика, целый магазин японской косметики. Смотрите, какие милашицы. Ми-ми-ми. Японская кока-кола с персиком, представляете? Персик. Пепси. Чикола. Цвет какой. Что за штука? Что это за штука? Не знаю, какая-то слизь. Это мама сегодня купила в японском магазине. Называется моча она. Ну не крыши. Давай жуй. Кусай. Снаружи не очень. Че не очень? Снаружи не очень. Ну кусай глубже. Там будет еще белый слой, еще слой. Я уже попробовала. Мне понравилось. Смотри, какая прикольная. Не прикольно. Ну так. Нравится уже? Еще один слой есть. Там еще будет внутри, да? А какого цвета? Тоже зеленый дыня будет. Долезла? Угу. Долезла. Он там внутри. Трехслойный. Ну что, вкусно? Ну, так себе, да? Ну, все равно вкусно. Котечка, ты помогаешь рисовать, да? Все равно вкусно. Я тоже. Все равно вкусно. Ты хочешь зайчика? Да. Да. Зайка сидит, вон ручкой машет всем. Воздушный поцелуй от зайки. Фотки делают. У нас сейчас... Он мне махает. Да, Пасха будет, он, а? Сегодня у нас пятница. И мы решили пройтись прогуляться. Идем. По горам гулять идем. Красивый вид у нас. На машине как-то проезжали, я снимала. Сегодня мы решили пройтись пешочком. По горам не хочешь идти? И вид. Красивый вид. Вот там что-то рассказывают, да? Деткам рассказывают, да, Южной Калифорнии, бабочки. Гусеницы вон. А, тут и гусеницы показаны, да. И в какой трубе. Ой, слушай, прикольная штука какая, да? А тут? А гусеницы какие разные все. Одни темные, другие светлые. Толстые. Вот тоненькие. Голубая, красивая. Мама, посмотри. Зайцы. Зайцы, змеи, совы. Мама, калибри, смотри. Да. И вот такой еще. Какая прелесть. Упс, какие к нам прилетают домой, да? К нам зелененькие, ярко-зеленые прилетают. И еще сзади. И коричневые прилетают. Обалдеть, какой разный. Уши. Клоп. Дохлый какой. Как твой кот. Как твой кот. У меня кот подросток. Поэтому он дохлый. Какие красивые они вообще.
Идем, идем, идем. Подожди, идем. Аккуратно. Аккуратно. Опа. Не упади. Класс. Мама, древний крокодил. Древний крокодил. А эти вон туда пошли, это мы не все прошли, Ань. Смотри, ну там закрыто же было. Ну там, может быть, вправо было. Мы закрыто. Уже спустились, и вот такой объем, и мы были вот где-то вот здесь вижу. Мы до сюда доползли. Я вижу вон. Фокус один. На меня фокусируется. Вот до этого камня, наверное, мы доползли. Интересно, конечно. Вон там, может один быть, вправо человек. Был закрыт, а влево нормально. Да? А мы вон один. Вот там человек. Люди. Вообще группа большая насобиралась, вон машины стоят, будут лазить можно по скалам. Можно? Устал ты, ребенок. Привет! Всем привет! Привет! Привет, привет! Мы приехали сегодня пособирать яйца. Пасха на носу, и для детей устроили такое вот шоу. Сейчас откроют, и все детки побегут собирать. Да! 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 Молодец! Молодец! Понедельник утро. Идем покорять маршруты. Собачки бегут, да? Класс. Красиво, да, Адриан? Чуть-чуть красиво. Чуть-чуть? Нет, очень красиво. Первую гору преодолели. Высоко-высоко мы. И нам еще высоко-высоко. Тропинки. А мы вон там далеко. Да, шли. Вот по этим тропинкам мы так и шли. А где-то наша машина, а вон там. Да? Там не увидишь сейчас. О, мы сделали это. Мы это сделали. Мы дошли. Кто у нас самый главный молодец? Вот он. Да? Дошел. До вершины. Обалдеть. Так, а там что за эти? Вид с другой стороны? Вот он, вид с другой стороны. Все отдыхают, здесь уставшие. Здесь как-то кусты-кусты. Но мы очень высоко. Давай. Там еще что-то, но там люди сидят. Итак, идем. Заветное, нужно дотронуться до камня. Отдохнули немножко, вот сейчас дойдем до точки. До точки. Ба-бам, мы это сделали! Дрюнька, идем, трогай камень. Ты молодец, забрался, да? О, с другой стороны вид теперь. Класс. Над уровнем моря. Сколько? 1591. Почти 1600 фит, да? Еще себе мы забрались. А, лучшее завершение дня. Джакузи.
Мы посидели в джакузи и идем в бассейн. Змея. Змея, мы встретили змею. Страшно? Нет, это не гремучий. А this is dangerous snake or not? No, okay. It's a good snake. Carter snake. В тени, смотри, ползет чисто в тени, прям на солнышко не выползает. Ой, ни разу не видел настоящую змею. Ну ты видел? Помнишь, в Бальбоа парке? Но так вот в дикой природе не видел. Смотри, какая хорошенькая. Да, когда сказали, что она хорошенькая. А так-то страшно. Мама, ты ее зачем? Я снимаю. Вот она на солнышке. Ползет. Мы идем назад уже. Кстати, сегодня пятница. Кстати, сегодня пятница. У нас опять прогулка. Свет какой красивый. И встретили мы змеюку. Длинная такая. Не, ну, конечно, классно, что она не опасная, да? К опасной бы так не подошел. Смотри, ползет, все ползет куда-то. Я сама по себе. Иду я такая, иду и как завизжу. Ужас. Просто ужас, она такая большая. Ты греешься или ты уснула? Вообще живая? Убежала.